Это уже почти 11 часов. У нас Яру я пока пришла, положила. Но он сейчас еще пить, ему еще переодеваться. Лекарство, правда, он выпил, он покушал. Лена там еще суши нам купила. В общем, нам устроил такой праздник отходной. Спасибо огромное Леночку. Так что Яра сегодня целый весь вечер был посиделок. А сейчас у нас еще вот такой сбор. Мне надо вот это все. Я так думаю, не знаю, мне кажется, 20. Ну, должно быть, в принципе, мне кажется, 30. Мне 5,5. Не знаю, в общем, как я сейчас это все буду запаковывать. Постараюсь, конечно, мне надо еще пропылесосить быстро. Так что буду сейчас уже заниматься. Такой вот у нас небольшой блок. У меня еще телефон загружен, и я теперь не могу его выгрузить. Вовремя, когда не выгружаешь, у него вся такая получается картина. Поэтому, не знаю, теперь он сейчас... Жалко, конечно, в дорогу, мне с камерой будет вообще неудобно. Ну, посмотрю я сейчас. Так что у меня еще делов, 11 часов. Здесь у меня, кстати, сушится, покажу тоже. Сушится зелень. Сейчас я ее еще немножко подсохнет. Пока уберу. Там, думаю, чуть-чуть еще. Вот ну, останется, не успеет, конечно, не успеет просохнуть. Но, думаю, ничего с ней до завтра не будет. Завтра во второй половине дня она уже будет, грубо говоря, дома. Конечно, было бы хорошо просушить ее еще лучше, но уже что есть. Или не надо было вообще мыть. Ну, думаю, она не успеет. Не знаю, в общем. Думаю, я много, а что получится, не знаю. Посмотрим. Вот так вот. Сейчас пока еще время есть. Просыхает пока немножко. Дальше будет видно. Так что вот так, всем огромное спасибо. Ладно, дальше еще надо Яськой заняться. Сейчас переодеть его, раздеть. Я его так положила пока как есть. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Спасибо огромное за вашу поддержку, за ваши комментарии. Хочется посидеть, поболтать. Я обещала про эпилепсию свои мысли высказать. И вообще вот такой дни пролетают молниеносно. Уже 5 число тоже закончилось. 11 часов мы только домой пришли, я помню, там 8-9 километров опять бега. Короче говоря, вот так вот. И что успели, то не успели. Ладненько, все. Все, увидимся теперь уже, наверное, в дороге, в пути. Не знаю, посмотрим. Или уже в Калуге, как получится. Короче говоря, посмотрим, не знаю, что будет, как будет завтра. Но в 6 часов за нами машина. Иду, Яр, прекрати. За нами в 6 часов завтра утра машина. И мне надо еще будет сейчас это все, конечно, Тетрис дальше играть. Так, мы все, мы приехали. Сейчас на аэропорт. Да, Яра уже здесь отметился в машине. Теперь поедем в аэропорт. Угу. Все, нас сопровождение забрали. Я с Ярой. Так хорошо, он все поставил, погрузил. О, первый раз в жизни у нас такой удачный. Правда, единственное, что немножко неправильно водитель отвез. Надо было сюда поближе, на второй переход, второй выход. В общем, такой прикол. Мне 6,5 килограмм было перевеса. Я сейчас все сидела, перепаковала и забрала, правда, с собой вес. А теперь у меня, в общем, да будет ручной клади. Ужас, ладно, сейчас мы будем пить лекарства. Покушаю, покормлю немножко. Я здесь еще, конечно, у меня опять, как всегда, вырвал. Но это уже будет под ногами две сумки. А две я положу наверх. Ладно. Ой, ну что это такое?
поведения выдающегося русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Все, мы прилетели. Яна, красавчик. Напомню остановки самолета и нашего приглашения. Да, пошли, подожди еще немножко. Местное время 11 часов 25 минут. Подожди, сейчас пойдет. Всем привет! Обстановка вам ничего не напоминает. Мы уже дома. Короче говоря, мы приехали домой сегодня. Мы выехали в 6 утра. Снимала я очень-очень мало, так это изборочно поставлю кусочками, но практически съемки не было, потому что тяжеловато одному. И коляска, но у нас сопровождение было, хорошее сопровождение. Ребята быстро, очень сразу. Ну, то есть, как бы уже изначально они нас встретили с такси. И отвели. Но там такой прикол получился. Короче говоря, я ведь сейчас никакая, потому что я еще до конца не разобрала. Уже 8 вечера, вот я только села, немножко присела, думаю, надо посидеть, хотя бы чай выпить. Мы приехали домой в 3 часа дня. 4, 5, 6, 7, ого, 5 часов. Это сейчас я вот здесь бегаю. Конечно, я все разбираю, переделаю, потому что все-таки, конечно, 3 месяца нас не было. Про нас здесь уже забыли, все места все заняты, все забито, все заложено. Надо было все раскладывать, перекладывать, чтобы хотя бы по местам свои раскладывать вещи.
получается, все равно все надо было переделывать. И я еще, правда, единственное, что не закончила, всю большую сумку не разобрала. Сейчас пока по порядку расскажу. Опять я смотрю, извиняюсь. Короче, получилось так, что у меня взвесили сумку. У меня оказалось 20. Я не знаю, что я набрала. Вроде вот вообще ни о чем нету. Были две пары ботинок Ярика. Вот когда я вытащила, шпинат оказался мой. Оказался мой лук. Лук, по-моему, килограмм что-то с чем-то. Ну, в общем, вытащила я пакет от коляски. Еще что я вытаскивала. Ой, мне кажется, все. В итоге вышло вот 6,5 килограмм. То есть, как бы девчонки сказали, что нет, вес большой. А, пожалуйста, давайте вытаскивать или доплачивать. Ну, плачивать там надо было больше 3000 еще сверху. И мы и так заплатили больше 5000. Яр, ты что делаешь? Клавиатура тебе нужна? Яр уже залез на компьютер. Сейчас покажу. Дождался, он уселся. Там смотрел все в этом Евпатории. Он смотрел какой-то клип. Не клип, а игру, с прохождения игры метро. И вот он сейчас пытается ее загрузить себе. Ногу поставь. Я, правда, без обуви ничего. Пока так просто одела. Постелила уже ковер. Положила, пропылесосили. Разложили так всего понемножку. Завтра покажу свои цветочки, что у нас... Сима. Метро. Сейчас будем искать, Яр. Симка, конечно, сначала нас она не признала. Она сначала начала фыркать, дергаться, что-то, в общем, обиженная, прыгать, что ей тут мешают все. Но потом тихо-тихо, Яр, пока я не знаю, сейчас я достану тебе клавиатуру. А, вот она у меня красавица. Сейчас покажу, какая красивая кошечка моя. Иди ко мне, моя девочка. Иди, мое солнышко. Мы сегодня остались дома, потому что здесь тусик. Мы искупались. Мы, правда, только ногти не постригли. Красавица, я испокупала, пропылесосила девчулю мою, шпинатом накормила. И она теперь легла спать. Ну, правда, пока так еще немножко она, а то убегает. Волосы сыпятся с нее, не знаю. Симка, иди сюда. Ой, я вот вроде ее пылесосила, но все равно вся в волосах. Надо будет, наверное, завтра еще почесать или сейчас почешу, посмотрю. Симуша, Сим. Сима сливается, да, на ковре? Иди сюда, иди, моя девочка, иди сюда. Иди ко мне. Сим, иди сюда. Иди сюда. Сим, как была балбес, так и осталась балбесом. Ну, уже хоть выкупала все, я ее чистенькая. Андрей на работе, Мика тоже занят. Мы должны вроде подойти все, но мы ехали на машине. И, честно говоря, обратно, то есть, как бы, со самолета мы прилетели шикарно. Яра на обратном пути вообще его даже не тошнило. Он не успел определиться, грубо говоря, пока мы садились, сели. И он потом вроде как, типа, но зато в машине он отыгрался. Он рыгал у нас всю дорогу. Я не знаю, девчонки, подскажите, что вообще с этим можно делать? Хорошо, Яр, пожалуйста, поставь ногу на место сначала. Сядь, поставь на нее, обопрись. Правую ногу поставь на место, вот. Ой, да, зелени, до желтизны, я не знаю, до желчи. Причем, что аж у него аж были такие моменты, когда он аж подскакивал, потому что не мог продышаться. Это все, не знаю, уже там нечем было. Но всю дорогу, вот ужас, что творилось. А я его в самолете покормила, мы покушали. Потому что сначала, когда он сел, он тоже был такой в машине, тоже его выстошнило, когда мы ехали в Симферополь. И получилось, что был все-таки без еды, надо было покормить, потому что он сидел, отключался, я его покормила, вроде нормально, но в машине, до Калуги, в общем, мы еле-еле доехали, если честно говоря, не знаю, что с ним делать, как с ним быть. И пупок заклеенный был, в общем-то, и чупа-чупсом кормили, и все было, и все равно у нас вот он выдавал такие облака, так от природы, я тоже поставлю, такая красота. Мы сейчас будем уже отдыхать, естественно. Но отдыхать еще пока нет, я пока разбираю вещи. Продолжаю разбор, сейчас ждем уже Андрея. Мика тоже вроде должна подтянуться. Ну, не знаю, буду подключаться, не буду. Если я подключусь, то я покажу вам чуть попозже. Я с 3 часов ночи, я в час ночи легла. В
3 встала, не смогла спать. И вот с 3 ночи я, в принципе, не спала. Только так, это там где-то в самолете или в машине где-то так подключалась, отключалась периодически. Вот так вот. Ехали мы, 5 сумок у меня было. Это вообще было жесть такое. Потому что они сказали, багаж нельзя, но мне пришлось именно... Мне нужно было быть ровно 20 килограмм. И, а мне, в общем, ну, я переложила в 2 сумки дополнительно, и у нас получилось ручную кладь, они мне разрешили. Но сам факт, что это было 5 сумок, это катастрофа, в общем. Ужас. Я там все дорвался. Ладно, сейчас пойду немножко им помогу. Посажу правильно, чтобы он сидел, и мне надо закончить. Нормально? Мой папа! Ну, что ли, как бы, знаешь, я там все переслала.